Губернатор высоко оценил темпы и объемы строительства. Почти готов элеваторный комплекс. Зерно сюда будут поставлять по железной дороге и автомобильным транспортом. Здесь было чистое поле. И сейчас видите, что за 12 месяцев не просто спроектированы, а смонтированы основные агрегаты, установки и здания уже будущего завода. Мы стараемся форсировать все, что связано с инфраструктурой, с нашими обязательствами. Площадка Южного промышленно-логистического парка инвесторов полностью устроила. Прошлого года приняли такое решение, что в Новосибирске устроите такое завода по одной причине, что жилья много, транспортное развитие очень богатое. И тем более еще руководитель поддержки. Предприятие будет заниматься производством рапсового масла, в основном на экспорт. С апреля месяца мы приступили к основному строительству и планируем завершить первую очередь на 1000 тонн во втором квартале следующего года. Мощность завода большая, потребуются значительные объемы зерна. Ведутся переговоры с местными поставщиками и сельхозтоваропроизводителями из соседних регионов. Мы готовы подключаться тоже, помогать, работать с нашими производителями, да, сельхозпродукции. И дальше уже искать компромиссы ценовые, заинтересовывать. Я думаю, что перспектива есть, перспектива большая. И, в общем-то, предприятие будет развиваться и приносить довольно хорошую пользу всему региону в целом. На инвестиционном совете при губернаторе еще летом было одобрено строительство второй очереди большого проекта. Это предприятие по глубокой переработке пшеницы. Из нее будут делать крахмал и глютен. Скоро начнутся подготовительные работы.